Сегодня в областном центре прошел съезд Белгородской митрополии. Участие в нем приняли более 400 священнослужителей Белгородской, Староскольской, Губкинской, Грайворонской, Валуйской епархий, а также представитель светской власти, председатель Белгородской областной думы Василий Потрясаев. Основная тема — итоги уходящего года. В 2018-м были освящены закладные камни 5 будущих храмов и 3 часовень. Построены они будут при участии благотворителей. Таинство крещения приняли более 11 тысяч человек, примерно столько же, сколько и в прошлом году, причем 3/4 – это дети до года. Говоря о планах на будущий год, митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн отметил, что особое внимание епархия по-прежнему будет уделять поддержке материнства и детства, в частности, работе кризисных центров для женщин. Сегодня в Белгородской области их 4. Один из центров был открыт в этом году, и надо сказать, он успешно действует. И дай Бог, чтобы мы с вами могли бы очень правильно распределить свои силы. И здесь мы находим поддержку многих общественных организаций и молодежное волонтерское движение.